В России подводят итоги единого дня голосования. Свыше 4000 компаний разного уровня по всей стране. Впервые в составе России свой выбор делали и жители новых территорий. Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. В Ингушетии избирателей встречали на 141 участке. Жители региона выбирали депутатов представительных органов муниципалитетов. За 485 мандатов боролись 1056 человек. Кандидатов выдвинули политические партии. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», ЛДПР и КПРФ. Сейчас самый ответственный момент – подсчет голосов. Результаты, по данным избиркома, ожидаются к вечеру вторника.